Согласно инвестиционной программе, в ближайшее время начнется строительство абхазской школы. На сегодняшний день ведутся работы по сносу старого здания. На строительство новой школы выделено 337 миллионов рублей. Кагерская абхазская школа номер один была в аварийном состоянии. Из-за того, что она была в аварийном состоянии, мы в прошлом году всех учеников перевели в другую школу, школу искусств, где мы отремонтировали. И должны были начать все ремонтные работы в прошлом году, но по инвестиционной программе получилось так, что мы смогли начать только в этом году, финансирование открылось в этом году. Сейчас, как вы видите, там идет работа по разбору школы. Это тоже в течение 2 недель, дней 20 мы должны, они строители закончат. Строительство ведет Абхазстрой. Всего сметная стоимость 337 миллионов рублей. На этот год запланировано 140 миллионов, 75 миллионов на 2018 год, 522-520 на 2019 год. В 2019 году мы должны закончить строительство и ввести в строй.